Оригинальное и несложное блюдо балканской кухни. Можно приготовить и дома на плите, и на природе на костре, оба варианта будут вкусными. Чевапчичи родом из стран Балканского полуострова, вкусные и сочные мясные колбаски в беконе буквально тают во рту, это блюдо прекрасно сочетается с любым гарниром, да и просто с салатом из овощей, а уж чевапчичи, приготовленные на костре, это вообще сказка, рассказываю, как приготовить чевапчичи в беконе. В конце видео мы расскажем, какие продукты потребуются. Измельчаем мясо на мясорубке. Добавляем яйцо, соль и перец, можно добавить и других сухих специй для мяса, хорошо перемешиваем и отбиваем. Делаем из фарша небольшие колбаски, длина 7-8 см. Нам потребуются тонкие и достаточно длинные полоски бекона. Плотно заворачиваем в бекон колбаски из фарша и отправляем в холодильник примерно на полчаса. Подписка на канал, гарантия свежих вкусных рецептов. Разогреваем сковороду с растительным маслом и обжариваем на среднем огне чевапчичи со всех сторон до красивой румяной корочки. Подписавшись, не пропустите новые вкусняшки. Такие продукты будут нужны. Говядина 600 грамм, бекон 100-150 грамм, яйцо 1 штука, соль 2-3 щепоток, перец черный молотый, 2 щепотки, растительное масло, 100 мл, количество порций, 4-6. Ставим лайк и подписываемся, ваши отзывы очень важны. Надеюсь, было интересно, приятного аппетита и следите за новыми публикациями.